Друзья, весьма шокирующая новость сегодня рано утром появилась на просторах российского интернета. Нам сообщают о том, что сегодня рано утром в своем театре отказался выступать российский актер Станислав Садальский. Причиной тому послужило, что за прошлый спектакль с актером не полностью рассчитались. В итоге спектакль был сорван, а люди, которые были приглашены на спектакль и купили билеты, были в ярости от этого и чуть было не разгромили весь театр. На данный момент Станислав Садальский уже написал заявление в прокуратуру о том, что ему не выплатили все деньги в театре. Проводится служебная проверка. Следите, друзья, за нашими новостями, ведь эти новости мы делаем только для вас, и они выходят только на нашем YouTube-канале. Берегите себя, своих близких и друзей.